Всем привет, народ! Сегодня мне захотелось повести речь о данных двух аккумуляторах от фирмы Patua Pro, а именно на 6 или по 6 ампер часов. Были мной куплены такие аккумуляторы, но не лично мной. Огромная благодарность выношу своему товарищу Дмитрию, который помог мне купить данные аккумуляторы. Благополучно они ко мне добрались. Оба приехали заряженные вот так вот типа на 100%, по 4 эти палочки. В данном случае я уже сделал тесты, конечно же, и они у меня заряжены оба по 100%. Но, когда вы получаете аккумуляторы и пишете особенно отзывы, нажимая вот этот индикатор, что аккумулятор пришел заряжен на 100%, вы немножко в этих отзывах обманываете людей и обманываетесь сами. Всегда во всех видео рассказываю и говорю, что аккумуляторы, когда вы получаете, и даже если они показывают 4 эти палочки, они заряжены в режиме хранения, то есть примерно на 75%. Вот. Значит, тесты, друзья, я уже сделал. Опять же, я сделал 2 теста одного аккумулятора. Об этом позже. А теперь давайте посмотрим, сколько же имеют вес наши аккумуляторы. Я думаю, многим это будет интересно. Итак, на весах у нас 0. Устанавливаем 802 грамма. Давайте второй аккумулятор. Тоже 802 грамма. Видите, друзья, у нас приехали братья-близнецы. Теперь вы посмотрите кадры. Я аккумулятор разобрал и показал вам, как там что устроено. Поэтому смотрим эти кадры. Разобрал я данный аккумулятор. Значит, отклеил картон. Вот смотрите на сварку. То есть сварка, как мне кажется, просто замечательно. Опять же, нет никаких прожогов. Вот. И у нас баночки написаны по 2 ампера. Ну, 3 ряда получается 6 ампер. Что же получается в реалии? Опять я сделаю быстрый тест, так сказать, на коленке. Я уже поставил на зарядку, ну, на полную зарядку один из аккумуляторов. Вот на такое вот. Зарядное устройство от какого-то инструмента, не помню. Пускай заряжается, и мы при помощи IMAX посмотрим, сколько же наш аккумулятор отсюда сольет миллиампер часов. Вот, кому интересно, как что устроено, смотрите еще разок. Плата зарядки, сама наша плата. Ну и вот как-то все дело так устроено. То есть по сборке, в принципе, все замечательно. Как-то я на днях разбирал точно такой аккумулятор, шестерочку от Heimerdinger, вот который у меня отработал там около 3 лет. И благополучно у меня потекли банки. То есть все здесь ржавое, грязное и некрасивое. Ну а здесь пока, как так сказать, все новенькое и красивое. Ну, ждем тест, сколько же наш аккумулятор покажет в реалии. Установил ток разряда 2 ампера, но видите, он по каким-то своим там формулам разряжает пока на 0,2 ампера. Вот заряд был 20,8 вольта. Ну вот, значит, после теста на IMAX и по истечении примерно суток мы получили следующий результат. 5110, будем говорить, миллиампер часов. Вот, при заявленных 6000. Ну, в принципе, хоть так, как говорится, уже что-то более-менее. Но где-то я читал информацию, что даже сами китайцы рекомендуют сделать несколько циклов заряд-разряд. И после этого как бы тестировать наши аккумуляторы. Сделал я сразу же повторный тест. То есть, ну, зарядил аккумулятор и поставил, опять же, на разрядку. И вот какие показания у нас получились. 5112 миллиампер часов на слив. Да, и здесь, видите, написано время. Час 37-50 секунд, насколько я понимаю, да? Но в реалии практически это все происходило сутки. Не знаю, почему это так. Наверное, сутки плюс час 37. Оно так, наверное, посчитало. Вот, не знаю, кто знает, кто сталкивался с такой, с такими данными IMAX-а. Вот, напишите, почему так получается. То есть за час 37 здесь, ну, абсолютно ничего не происходит. Во-первых, потому что ставлю, допустим, первый раз я ставил на разряд 2 ампера,
а он все равно продолжал по своим каким-то алгоритмам разряжать, как вы помните, 0,2-0,3 ампера. Здесь я поставил 1,5 ампера и один черт 0,2-0,3 ампера. Вот, поэтому за час 37 он, сами понимаете, никак это дело сделать не мог. Но результат мы получили следующий. Все эти тесты были произведены на вот таком вот приборчике под названием IMAX B6 Mini. То есть это оригинальный прибор, купленный на AliExpress, но оригинальный. То есть кому интересен видеообзор, тоже есть у меня на канале. Вот, переходите, смотрите. Ну а что я хочу сказать по данным аккумуляторам. То есть вы видели, что два теста у нас совпали практически на 100%. В первом тесте сколько у нас там было? 5109, да, по-моему, мАч. А второй тест 5112, что-то в этом роде. То есть я считаю, что это очень даже хороший результат для китайских аккумуляторов. Вот, опять же, возвращаясь к аккумулятору Камоле, где там было, если вы помните, 5 ампер часов, а когда я протестировал вот таким вот быстрым способом, как я называю, на коленке, там у нас показало, считай, половину, то эти аккумуляторы, я думаю, что все у нас с ними будет хорошо. Все, друзья, все ссылки в описании. Переходите, смотрите, кому интересно, покупайте. На этом хочу с вами попрощаться. До новых встреч, до новых видео. Всем огромного здоровья.